Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на ДВЛК. Восхитительнейший герой. В этом патче. Просто удовольствие одно на ней играть. Ай-яй-яй, был уверен, что поспею. Ну, кстати, с напалмов нормально так мне... кабину снесли. Разорвать бы дистанцию, но не хочу кормить его ДНАями. А, пикнул легионку, зная, что буду играть против Бэтрайдера. И очень рад, что я еще и поиграю против ПЛа. Потому что иллюзионистов Лего тоже отлично гнобит. И давайте второй скину, чтобы похилиться, чтобы стаки его снять. По-хорошему автоатаку бы вырубить прямо сейчас. Давайте сделаю это, чтобы так под тавром мог быковать. И не было ошибок. А то иногда автоатаку-то не нажимал. А герою как бы и похуй. На твое мнение по этому вопросу. У него крипы дохнут под тавром. Отличная история для меня. Так, и ману он под ноль слил практически. Отлично. Сейчас герой вообще перестанет на линии стоять. Все думаю, что можно взять ботл все-таки. Прям поверх. Стиков. ВС бетика. Даже ни единого крипа не добьешься, ты сейчас не отдашь мне напалм. Хорошо. Так, и давайте виндлейс. Можно пачку танка одну взять. Одной мне хватит. И давайте обе руны заберу, пока к нему бэтл не приехал. Чтобы он потом точно так же АФК стоял, как стоит. Хорошо. Вообще восхитительно себя чувствую. И давайте рунку забираю. Не, сейчас подъедут еще тангусы. Опять же, визуально я страдаю, но на деле по крипстату у меня все прям гораздо лучше, чем у него. По ДНМ уж тем более. Кстати, как же ему сейчас не фартануло? Был редкий случай, когда он может заденаить крипа против героя стычкой 72. Ну, кстати, персонаж у него универсал. Так что со временем он разгоняется по дэмэджу очень здорово. Четверка за уровень дэмэджа. Че, не прокликал, что у меня маны нет? Я на понт его брал. Хочу вот здесь его вижен проверить. Он без обсервера на линию пришел. У меня вард до выхода крипов поставлен. Постоянно кажется, что первый скилл дает ему спид. Прям визуально что-то меняется. А, действительно, здесь... Жаль, бабки мне не дали, но хотя бы экспириенс. Ты сам бы я поленился с Эндри покупать, давайте будем откровенно. Я в последнее время очень ленивый в этом вопросе. Очень долго не вижу веника. А, все, вижу веника. У нее походка меняется под первым скиллом, поэтому постоянно кажется, что топму спит. У нее походка меняется на чардж. Как знаете, у Акса, у Марса есть походка чаржа, когда они преследуют персонажа с лоу хп. Да не только персонажа, крипа тоже. Опа, ничего себе ты, бык. Фух, спасибочка. Спасибо. Так, и фейзы практически готовы. Жаль, ресурсов у меня маловато.
Меня опять не позвали на турнир стримеров. Вот бы что-нибудь с призовым фондом 1100. Не, лучше 200. Не-не-не-не-не. 500. Или лям? Нет, 2 миллиона и точка. Я пишу своему менеджеру, значит, что мне нужны мохито и турниры на 2 ляма. И вы представляете? Он отказался делать мохито. Но хотя бы турнир на 2 миллиона нашел. Причем даже не придется играть в доту и страдать, потому что это первый в истории народный Battle Pass в тесте. И даже не обязательно ничего покупать, чтобы начать участие. Достаточно лишь подписаться на 3 соцсети. Каждая подписка дает по одному билету. И опачки, в сумме 3 халявных билетика. Билеты падают еще и с новой линейки. Дают за тесте коины и другие виды активности. Такой халявы, чувствую, никогда не было. Хаты, тачки, пушки, вообще отвал всего. Лично я планирую забрать бабки и построить себе дом из Милки с Орео. Ну а сейчас про расписание открытия халявных бурундучков. У них даются 14 каждый день. Опачки, брейсеры за 2 сотни, стоят как 2 Милки с Орео. В описании ссылка, а с ней промо на бонус 15% и бесплатное открытие. Скорее забирай билетики и играй в тесте. Он тут тоже за спамом особо сильно не спешит, чтобы мне стики восстановить. Мне, чтобы за дуэль его убить, нужна либо помощь, которую даже не знаю, где искать. Либо прогреть его разочек. Кстати, а сейчас можно будет здорово его прогреть? И все, и со следующего первого скилла убиваю. Без каких-либо проблем. Так, а на руну повезет? Очуметь руна. Такое бывает вообще? И второй скилл за победу дается. Так что еще и похилюсь. Здесь дополнительно. Везение, конечно, нереальное. Я спушиваю линию, делаю тэп-аут. Все это под аркейдом. И тп-шка. Очень быстро появится новая. А жаль, на процессор денег нет. Да нахуй мне эта тпшка. Привезу потом новую. Дам СС на бейтика на всякий случай. А, он не прокликивал, что я ломаю его вард, пока... пока шел на руну. Он о своих делах... каких-то делах думал. Своя атмосфера у пацана. Так, чутка я его здесь прогрел. Ну, Рубик прям миллионером станет. С этим батрайдером. Можно, в принципе, и дуэльку скинуть, чтобы его прогреть. Ну, сейчас без пассивок мне бы не хватило урона за 3,5 секунды его убить. Я за 3,5 секунды 2,5 удара делаю. А вот сейчас, кстати, все хватит. Блять, крипы не подошли. Я сейчас еще по Т2 поеду. Че-то я вообще не учел, что слишком далеко я от крипов. Если бы это был ВС катапульта, ВС катапульта на меня бы заагрился. Понимаете, Рубик? 50 голды на стадии пиков за пулю. И залутал уже практически 3 сотки с этого. Вот это пацан, наверное, доволен как слон. Так, вернулся с ТП-шки. Жетон, жетон, жетон. Опа, а это что у нас тут летает? Хорошо. Так, спарк есть. Хэндл тоже вполне себе хотя. Перчатки дуэлянта. Перчатки дуэлянта однозначно. А, блядь, не угомонюсь. Курьера моего пыталась убить. Курица. Кстати, за все время ношения батла взял одну руну, и та руна воды. Так, 550 рецепт стоит. Я на секунду засомневался. Так, и давайте. Перчатки беру. И БМ себе заказываю. Тайминг БМ устраивает в полной мере.
Сокращать дистанцию на леге сейчас тоже очень легко. Второй скилл нажал. Никто и не в курсе об этом. Раньше нужно было запулить во вражину первой. Я не полечу на топ. Не буду встречать курьера, мне нужно активную руну сначала посмотреть. Вот и активная руна. Ну погнали. Хорошо, уже двадцаточку имею, халявно. И могу в мид возвращаться, войск катапульта и ДФТ. Капельку себе сверху возьму. Сейчас на свободные деньги. Раз уж меня так разогнали, круто. Кстати, звук доты. Блять, все это время 10 минут. Я чувствую, что-то не так со звуком. Музыка какая-то громкая. Смотрю по ОБС, музыка нормальная. И все это время не мог понять, что не так. Мне наушники в максимум выкручены, поэтому я и запутался. Надо было бы добавить наушники, дабы сразу понял, что тут плохо слышно. Только что тильтовую игру играл. Поскольку все равно вся команда в муте. Ни минеров, ни лотаров нет, чтобы кого-то слушать. Ни прайма бестов, ни манки кингов. Видос на втором Монике включил. О, не на втором Монике. Под дотой. Я не смотрел, его слушал. Ну подойди, ну чё ты ссышься? Чё как баба? Он так уверенно подошел, я думал, он останется здесь. На базе какая-то движуха. Полетели. И под догму спидом. Дважды. Здесь можно будет его здорово почезить. Я хотел. Так. Ай, давайте блинк. Велосипед придумать пока что не буду. Так, активная руна на этот раз досталась бы. Эти куда чё хоть за руна? Самая неинтересная руна, которая могла достаться. Хорошо. Без миссера? Без миссера. Ну слушайте, душку какую устроил дичайшую. Дайте-ка я второй скилл подмакшу, как киберкотлетосы нынче иногда сделают. Пуш, спасибо. Пуш, ты мой герой. Некоторые оставляют второй вообще в единицу, и Макс вместо него плюсы. Некоторые, наоборот, второй настолько уважают. Но опять же, учитывая, как я бекую, заложив центр замеса, и как часто выигрываются дуэльки, это более чем оправданно звучит. Наверное, пора автоатаку возвращать. Так, давайте руна мудрости быстренько. И с 12-м левелом смаканусь, фармить мне здесь нечего. Вот этот лес наверняка ПЛ качает. Это еще его благополучно. А
Опять же, на трех косарях куры прям обожают вот этот лес и вот этот лес. Они там себя то ли в безопасности чувствуют, то ли че, я так и не понял. Но все поголовно его качают. Хорошо. Так. Мне нереально сильно фартануло, что в один момент было два ПЛ, и я по автоатаке смог понять, какой настоящий. С тремя ПЛами было бы уже значительно сложнее. Возможно, пришлось бы просто прыгать убивать иллюзии. А потом ультовать. Надеяться на реакцию. Ну, четвертый скиллпоинт здесь, вы посмотрите на него. Это же просто безумие. Здесь скиллпоинты не такие интересные, но после того, как ребаланснули второй скилл, они, конечно, гораздо интереснее стали. Раньше ты по десяточке получал, то есть ты взял на один, у тебя уже 30. Охуя себе, что-то еще. А тут 24 на первом. Несерьезно, за 12 за каждый. Блядь! Сама-то извините. А на чем рассчитываем? Я думал, с вакуумом. Извините. Я просто смех этого в чате выпал. У Дарксира очень угарный смех. На боте хороший фарм. Надо сентри обойти. Ну, на безрыбье и... Батрайдер рыба. Я в один момент аж поверил, что он может не сдохнуть. Вот это Рубик долбит под напалмом. Так, второй скилл на муспид. Это другой источник муспида. Пятюню машет. Так, вы же без шарда. Подашь клуретку, пожалуйста, ручку. Захотелось резко пассивку взять, перегениться с нее. Спасибо большое, ручку. На 15-м еще возьму талант, но я не на хапериген буду брать. И, разумеется, на первый скилл. И против лансера. И, в принципе, очень хорош. Но в прошлый раз ПЛ почти выжил. Даже в моменте поверил, что он сможет уйти. О, тут настоящего прям подсветили. Мирана его убила. Пытаюсь спасти. Так, на топе можно будет дуэльку лутануть в ближайшее время. Левела у них... А, ну он QL 12 насобирал себе. Ты скажешь, что левела у них совсем печальная? Нет, не совсем.
Я бы огнем себе насобирал, потом бы подрался. Хорошо. Дарксиру надо помочь. Нет. Кажется, он сам. Опа. Теперь понять бы, где оригинал. Вот этот оригинал. Нет. Шектрин хочется купить. Там же ангвард? Нет, он даже без ангварда такой шикарный. И копеечка до 18 левела. Рудша, а купишь шарт, пожалуйста? Да, и давайте вот это убьем. Так больно. Кайф. Все, проблема с шартом решена. Теперь ты выглядишь и не на фишу. Можно сыграть. Как она называется? Сатане клинка? Клинку вспомнил, сатаник нет. Я сатаник вот один раз в патче, по-моему, купил на Свене. Игре, где без БКБшки играл. Я потом купил БКБ, нашел один раз за игру. Ничего себе обмен. Так, а это что такое? Хорошо. Да он, мне кажется, пофармить решил в моменте. Я думал, он может быстренько фармануть здесь. Лайный лес. И как будто бы ничего и не было. Секунды. А может терминатора нашего и Рошана? Раз мы все равно боимся подняться. Не, ВКБшка все-таки круче, чем вот этот мой план. Станик на силовиках я уважаю чуть больше, конечно, чем... На ком бы то ни было еще. Но не настолько. С маной, кстати, проблем стало значительно меньше. А саппорта, ты пешни здесь на Торментра? Убьем его быстренько. И потом вернемся все вместе дружно. Вообще безотказные. Мужики. Ласт хит мой, отлично. Да не поднимемся мы на горку, там утащат медузу и... Пиши пропала. Я прыгать ставить ее, пока ревейдж... Ни в когда не намерен. Кстати, на 20-м можно смело брать талант на шанс контратаки. Один лотос. И давайте кристаллис. В дальнейшем грейдом сидр, скорее всего, у нас инвиза в команде же нет вообще.
Вообще нет инвизов в команде. Они могут и не подготовиться. Хорошо. А ты без меня его сможешь? Я бы просто остался здесь, чтобы они не уходили далеко. А где? Она ультанула? Нет, она не ультовала. Где? Он сюда зашел, и нет его. И пропал. Дуэль вардов. А, ну блин, коваться против виномансера — это целое испытание. Уж съешь меня, пожалуйста. Спасибо. А можешь, кстати, отнести меня туда? Как блин появится у тебя? Давай, там нет Пэла. Мы еще не все умрем, если ты прыгнешь, только ты. Так, давайте я толкну. Самую малость. Медуза с Рошаном справилась, даже не сильно пострадали они за это. Но ты... Виномансер — это самый мразотный герой в доте. Я закрою стрелы. 4 секунды. Возвращайся ко мне. Да ну не тэпайся, не тэпайся. Отомни! Съешь крипа и погнали продолжать осаду. О, ты так умеешь. Хорошо. Сейчас еще тебя буду хилить лучше. Давай себе лотос еще. Оригинал здесь, оригинал здесь. Шарда нет, шарда нет. Блять, я на секунду не поверил. Вот здесь был, да? Блять, БМ не нажал. Ну ладно, или здесь спавнится нормально. А чего тебе опасаться на Медузе с Аигисом? С нетворсом 30 тысяч? Кого он боится там? Помощь ему нужна. Насколько был фримит? Кстати, а вот и инвиз. Долгожданный. Так, Дейтхантер. Дейтхантер, прощальный ревидж выпишешь? Пустите меня. Угу, пустили. 2 секунды стана. Шард веник — это такая мерзость. Ну отпушить надо, у нас своих катапультами скоро. Мы хп 400 здесь потеряем. Лучше сможешь меня поесть? Ух, я чё, у меня типа, пожалуйста. Вы видали? Спасибо, Пудж.
Вот здесь мейн. Нет, вот мейн. Любопытная история. Я прям четко по дэмэджу увидел, что мейн снизу. Чего мне так писается? Тебе показать, ты меня покушаешь после этого? Поешь? Спасибо. Наверное, монстр реально ходит, двигается. А, заведи иллюзию. Чем пуш Мирана убил? Еще так и не разобрался. Трон падает, и не успею задуэлить еще разок, к сожалению. Красавца. Нереально человая игра, давно таких не было. В основном настолько подбор ужасный, а это чистый кайф. Если согласны, ставьте лайки. И мир вам.